Уважаемые коллеги, давайте начнем, поскольку время, а тут график, как я понимаю, довольно напряженный. Мы пригласили вас для того, чтобы сообщить в данном случае не пренеприятнейшее, а довольно радостное для нас известие. Мы двое, Варя Горностаева и я, Сергей Пархоменко. Надеюсь, что наши имена ассоциируются у вас со многими хорошими книжками, которые нам в последние годы удавалось издавать. С удовольствием сообщаем вам, что мы открываем новое издательское предприятие, новую издательскую сущность, новый импринт, как говорят наши западные коллеги. И мы делаем это, как вы все уже догадались, увидев третьего участника этого разговора, генерального директора издательства «Астрель» Юрия Дейкала. Мы делаем это в содружестве с нашими коллегами из крупнейшей российской книгоиздательской группы АСТ «Астрель». У нас есть некоторый опыт, у нас есть некоторое представление о том, как книжное дело устроено. У нас есть коллеги, которые зарекомендовали себя как чрезвычайно мощный, эффективный и интенсивно действующий участник книжного дела российского. И я думаю, что у нас есть сегодня все необходимое для того, чтобы это предприятие, во всех смыслах слова предприятие, имело успех. И для того, чтобы эта компания, во всех смыслах слова компания, могла бы к своему удовольствию и к удовольствию тех, кто читает эти книги, заниматься своим любимым делом. Я почти уверен, что у нас все получится. Для себя? Ну, мне всегда понравилась японская книга с позиции выставки. Также плохие книги, ну, мы за этим посмотрели, дизайн. Финские книги, классные. Люди весьма добрые. Иллюстрация на тех самых на карте. Поэтому они достанут. И еще прям странички.